Таре, таре. Каллит, здравствуйте, дорогие друзья. И по традиции нашей школы я начну свой урок со стихов. Хелепев. Ясмини кырвал он киви, киви ал пейду сонаре, тераэл сейсап муиса. Хелевалге он пев, ыйтес он хыбеас паппел, ja tsentifoole, siis veanroosil, viimalillel käes on õitsemiskord. Iial ma pole olnud õnnelikum kui siis. Iial ma pole olnud õnnelikum kui siis. Tagasi sinna ei pääse, jutustada ei saa, kuidas küll õndsus pakil oli see taevalik aed. Это стихи Арсения Тарковского, которые я думаю, конечно, знакомы каждому русскому человеку. Я прочитаю и по-русски. Камень лежит у жасмина, под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке, белый-белый день. В цвету серебристый тополь, центифолия, а за ней вьющиеся розы, молочная трава. Никогда я не был счастливее, чем тогда. Никогда я не был счастливее, чем тогда. Вернуться туда невозможно и рассказать нельзя. Как был переполнен блаженством этот райский сад. Почему с этих стихов, картинку мы, наверное, сразу покажем, да, хотелось начать выступление, потому что детские годы очень важно, чтобы ребенок все окружающее воспринимал как рай, чтобы все вокруг, каждое творение, каждое большое и малое, которого нет ни большого, ни малого, ни малого, все ценно, чтобы все вот было как в раю. Такое переживание окружающего мира, как рая, очень важно. И я нашла удивительные свидетельства об этих переживаниях в детских воспоминаниях эстонских художников. Например, Малли Лейс, ныне живущая живописец, она вспоминает о том, что у нее в детстве очень странно, совсем не было вербальных воспоминаний, не было каких-то воспоминаний об общении с подругами, а все воспоминания природы, запахи, как вот разламываются почки, вот запахи почки разламывавшиеся. Она вспоминает озеро Тыхело, и которая, как природа, не представляет что-то такого особенного. Я этим летом побывала тоже в этих местах, что там очень обычно такое озеро простое, заросшее ольхой, но что у Малли Лейс с этим местом связаны самые светлые воспоминания детства. И еще она пишет, что там произошло ее становление, личностное становление. И очень интересно тоже из Малли Лейс. Вся жизнь в детстве одна сплошная радость. Мы, простите. И мы не можем сказать, почему это так. И день длинный, и весна длинная, и лето, и осень, все длинное. И каждый день радость. И эти чувства, которые есть у каждого ребенка, я думаю, не только у Малли Лейс. Вспоминая собственное детство, я тоже помню и травинки, и камушки, и много таких священных полян, как мне казалось. Мы это чувство радости, такое священное чувство к природе в ребенке не должны в школе обрезать, как-то прерывать. Мы должны это поддерживать и развивать видение. Вот каким образом попробую про это, довольно сложно это, но попробую рассказать. И что интересно и что важно на уроках, отношение ко всему в мире как к живому, переживание глубинного единства с этим миром лежит в основе творчества. Ничто иное, именно вот это чувство единства с миром лежит в основе творчества. И это же чувство единения со всем миром дает начало способности ребенка чувствовать божественное присутствие в мире.
иллюстрирует мое выступление фотографии, совершенно случайно выбранные. Их у меня очень много, у меня, не знаю, тысячи уже фотографий накопилось. Это не прогулки, это уроки. Уроки искусства в то время, когда школа находилась в центре города. И вы видите, сколько радости у детей, да, сколько для них это события и такие глубокие переживания в то же время, которые мы часто не замечаем. О творчестве. Может быть, свойство человека, яснее делающее его родным Богу, Богу – это творчество, способность творить. Это митрополит Антоний Сурожский. И уже говорила о том, что и... нет, о творчестве. И акт творчества нельзя вызвать с помощью контролируемых внешних действий. Можно лишь создать условия, в которых возможна его вероятность. И этим мы занимаемся в школе. Я надеюсь, что окружение, да, все материалы, все темы, сам способ проведения занятий, которые все время разные, которые все время, ну, иначе. Думаю, что все это способствует проявлению творчества детского. А творчество начинается внутри, в сердце. И это источник радости. И этому мы тоже учим на занятии. Это одно из правил, которые у меня написаны, что чувство должно опуститься в сердце. С подсказки Левики эти правила у нас родились. И это источник радости. Часто спрашивают родители, вопрос основной у них, о том, одарен ли их ребенок. Это очень такой важный вопрос. Одарен ли он, способен ли он? Я хочу сказать, что одарен творчески каждый ребенок, каждый человек, буквально каждый. И, то есть это общая способность, не какая-то отдельная. Изобразительная способность – это отдельная способность, которая проявляется в особом способе изображения, в быстрой обучаемости. Есть еще способность клепки, и врожденная тоже, которая еще реже встречается, но тем не менее я знаю такие случаи тоже. А творческий потенциал есть буквально у каждого ребенка. И один исследователь, это Александр Александрович Мелик-Пашаев, он сам художник и доктор психологических наук, он посвятил свою научную карьеру, научную деятельность исследованию детской одаренности. И очень интересные выводы. Первая составляющая художественной одаренности, ее психологическая первооснова – это особое эстетическое отношение человека к миру. Второе – это направленность на преобразование впечатлений. И третье – это художественное воображение. Вот эти три качества – эстетическое отношение, направленность на преобразование впечатлений и художественное воображение, то они являются основополагающими для всех видов художественной одаренности. И остановимся на первом пункте – особом художественном отношении, эстетическом отношении человека к миру. Здесь мы видим, сколько радости испытывает ребенок, когда он что-то создал. Я Аракироста, да, когда он создает. И вот эта эмоциональность, эта радость должна всегда присутствовать. Из воспоминаний Петера Мудиста, такой известный, очень хороший, мой любимый художник, между улицами Эрика и Вольта на обочине находился один камень. Поскольку мне приходилось годами ходить мимо все время, я видел этот камень в разное время и часто залезал на него. Для меня этот камень был важной личностью. Он был VIP для меня. Вот. И из отца Сафрония Сахарова, который тоже художник, такие воспоминания. Моя работа над каждым пейзажем, портретом продолжалась часами.
и моя мысль терялась в ощущении тайны природы. Мы обычно встречаемся с явлением, что люди просто, чтобы ориентироваться, смотрят на разные вещи, на небо, на дома, на деревья, на людей. Для меня каждое из этих явлений было непостижимой тайной. Каким образом рождается это видение? Вот что меня удивляло. От этого видения развивается чувство красоты. Чем глубже проникаешь в необычную сложность всякого жизненного явления, тем больше чувствуешь эту красоту. О видении. Это для нас очень важно, поскольку всегда встает вопрос перед любым учителем, ну, чему учить, как учить. Как учить? Особенно это важно для художественных дисциплин, потому что тут все очень тонко, и может ребенок такой восприимчивый, он может очень быстро усвоить такие взрослые ложные нормы изобразительные, и при этом блокируется его собственный творческий потенциал. И, например, я нашла подтверждение своим наблюдением, своему опыту в словах замечательного графика Владимира Андреевича Фаворского, который написал, что искусство детей – драгоценное явление, которым мы должны наслаждаться и заботливо ценить. Конечно, дети рисуют и становятся взрослыми, и их искусство тоже становится искусством взрослых. Их надо учить, им надо помогать, но не технике взрослых, а новому видению. Новому пластическому пониманию пространства нужно очень осторожно заменять одно понимание другим. И об этом же художник современный Иван Лубенников. Если человек начинает делать по образцам постоянно что-то, то теряется внутреннее видение. Потом сам не может. Еще что хотелось бы сказать, что важнейшим признаком эстетического отношения к миру является явное или неявное одушевление предмета, стремление увидеть в нем проявление какой-то внутренней жизни. Я же читала отрывок воспоминаний Петера Мундиста, где у него камень был личностью и випом. Существует, есть еще воспоминания другой художницы, Лейли Муга, где она вспоминает, как они ходили с мамой за водой, когда она была пятилетней, и далеко был этот колодец, нужно было идти далеко, ходили они вечером, звезды блестели, месяц блестел, и у нее было чувство, что и звезды, и месяц, они все вместе, вот с ними тоже идут за водой. А другая художница, Эб Мария Кокамяги, вспоминает о маленькой коробочке из-под крема, в которой у нее были всякие важные вещи, мертвые насекомые, голубая яичная скорлупа и другое. И она верила, что если есть какое-то желание, чего-то очень-очень хочешь, надо пойти к этой коробочке. Рассказать ей. И тогда желание исполнится. Так, а мы немножко покажем еще фотографии. Тайна. Вчера мне очень понравился доклад о том, что должно быть в образовании удивление. И посмотрите, догадайтесь, что, чем заняты, что делают, что там происходит. Нажмем следующий кадр. Да? Что там есть? Да? Что-то сказать? Да. Это теневой театр. Дети сами придумывают сюжет, сами вырезают куклы и сами играют в теневом театре. Это делают, может, 4 года во всех параллелях. И я всегда боюсь и думаю, ну, 4 класс, они уже большие, но они большие, они с меня ростом, некоторые даже выше. Но им все равно, всем интересно до сих пор. Теневой театр, такой способ выражения себя. Несколько слов, хотя бы это можно, тома написаны, да, о воображении. Что же такое воображение? Так вот, воображение проявляется в большей степени не тогда, когда человек придумывает что-то совершенно новое, соединяет как-то совершенно все по-новому, что-то невообразимое, а когда он известное, простое, может
изобразить неожиданно. И пример это вот, дальше все теневой театр. Посмотрите, какие серьезные лица. Искусство это очень серьезно. Это такие глубины личностные затрагивают. Видите, это мальчики в теневом театре, первый класс. Как это важно для них. О привычных вещах. Мы очень много на занятиях уделяем внимание удивлению, любованию, тайне, чтобы была тайна, что-то, что, какая тема. Это часто держится в тайне. Я специально делаю такие секретные такие занятия, задания, чтобы все было в тайне. И рассматривание привычных вещей. Привычные вещи, например, хлеб и булка. Мы видим их каждый день, но вот как их увидеть заново, нам помогают дети, мальчик первого класса. И один из показателей эффективности урока для меня – то, как дети воспринимают тему, то, как они ведут, как они активно, живо двигаются. И еще оригинальность рисунков. Если в классе 22 человека, и из них 20 нарисовали непохожие оригинальные рисунки, то можно сказать, что все удалось, да? Получилось. Посмотрим еще разные. Да? Об оценивании особо, поскольку у нас в школе не существует оценок 3, 4, 5. Я за годы преподавания здесь, я даже не умею, вот если меня сейчас попросить, пойди поставь там кому. Не умею это делать уже. Вот. И оценивать только изобразительную деятельность. Вот родители тоже очень любят, да, мы приходим в садик или в школу, висят все работы, хочется сказать, а почему, а где мой, а мой, вот, а почему он синего кота нарисовал, а что такое с ним, может, он заболел, что там, почему. А по рисункам оценивать только детское творчество довольно опасно. Надо еще посмотреть, как себя вел, какое впечатление было, что говорил, потому что рисунок – это часто такой знак. Некогда. Было столько впечатлений, было так глубоко, что рисовать было некогда. И вот на рисовании, когда мы делали, рисовали натюрморты, хлеб и булку, дети не только смотрели, они нюхали, мы закрываем глаза, нюхали, трогали. И обещано было, что мы все съедим, когда нарисуем. И да, кто похоже нарисует, хорошо, да, запах свежего хлеба, запах свежей булки, то, значит, что там будет есть. Я так понимаю, что многие ходили, выбирали, что они будут есть в конце урока. И были дети, которые очень долго рассматривали, глаза закрывали, и нюхали, и все. Они не успели нарисовать. Нарисовали? Некогда. И это то тоже очень важно, дать время. Да? Урок, мы придумываем урок, у нас есть начало и конец, и мне хочется тоже себя выразить тут и в начале, и в конце, но надо очень смотреть на детей, как они, сколько времени, как, чтобы дать им насладиться, дать им удивиться, да, и выразиться. Для того, чтобы до конца выразиться, можно не только в уроке. И все про это знают, что после уроков можно в класс прийти и выражаться. И когда у нас недавно было такое маленькое ограничение по поводу постоянного нахождения в классе искусства, кто плакал тайно, тихо за шкафом, это была я. Потому что я настолько привыкла, что дети до вечера там у нас, и они льют тушь, они изучают, как тушью можно, сколько метров двора можно снега покрасить тушью и так далее. Что с чем можно смешать. И я понимаю, что это очень важно. Дома-то это нельзя сделать, а у нас надо. И надо очень следить за сердцем. Здесь все учителя говорят, надо следить за сердцем. Учителю искусства надо очень следить за сердцем. И если внутри появляется какое-то раздражение, что все, тушь дорогая, все, тушь дорогая, бумаги больше нет, на завтра нет. Вот это раздражение внутри, оно может прервать все творчество. Поэтому надо терпеть, улыбаться, всех хвалить, все убирать и всех учить убирать.
Пойдем немножко дальше. Да. И любование. Простые предметы, знакомые, незнакомые. Рисовать не только видимое, удивляться красоте не только видимого, но и невидимого. Отношения человеческие очень важно. У нас есть такие темы, как «Вечер с отцом». И когда я эту тему задумала, я основывалась на работе художника Петера Мудиста. У него есть такая работа. Я никогда не ожидала, что будет столько разнообразных тем. У каждого ребенка есть свой собственный папа и свой собственный опыт, какие-то мгновения, которые очень им дороги. Вот вечер, как они проводят с отцом, очень плодотворная тема тоже была. Вот. А мы за моей спиной замечательно. Это тоже урок, это не баловство, это все серьезно. В центре города мы находились, и очень хотелось, когда тепло, пойти на улицу, и дети сами находили себе такие неожиданные места, где можно рисовать, где радость творчества возникает. Итак, если обобщить, вот последние минуты, наверное, уже, об уроках искусства в нашей школе. Искусство, я надеюсь, у нас преподается как художественное освоение мира. И очень важно состояние души ребенка, чтобы там была радость, счастье, творчество, первооткрывателя и разведчика красоты. Любование, изумление, тайна, как так осуществляется воспитание эстетического отношения к миру. Важно в раннем, вот в этом возрасте начальной школы, наличие разнообразных материалов и техник, разнообразных, чтобы материалов было много, чтобы хватало всем, чтобы они все время были разные, чтобы их разрешалось использовать по собственному усмотрению в неограниченном количестве, сочетать, пробовать, что с чем сочетается, что клеится, что не клеится и так далее. И очень важно создать творческую атмосферу и среду на уроки. Не спешить, не беспокоиться, не гордиться, не злиться, не превозноситься. И все внимание на ребенка, все, что ты отсекаешь, в том, что твои проблемы, где-то что-то болит, все надо забыть, и все внимание сосредоточить на ребенке. Много говорили о тишине, я тоже скажу об опыте рисования тишины в нашей школе. Предложила я тему в классе третьем девочек и услышала такие слова: «Вот эта тема! Вот эта тема!» И все сели, и было очень-очень тихо. И у нас было время 2 часа, они рисовали тишину. Рисунки получились почти одинаковые. Везде было море, восход или закат солнца. Но вот это состояние, как эта тема им в сердце вошла, как они это делали, каждый сам выбирал материал. И вот это было очень, очень ценно для меня тоже, как умеют дети делать, как они умеют сосредоточиться. Я так не всегда умею, они меня учат очень. Вот. О тишине. Но и шум творчества должен быть. Вот шум творчества должен быть в учителе. Если ты приходишь без этого запала, у тебя должен быть мир, любовь, но и шум творчества. То есть от тебя должно исходить такие энергии, вот, что ты можешь все сделать, ты можешь все создать, все предоставить. Когда я готовилась к выступлению, я стала просматривать так очень-очень быстро, какие же у нас темы были во всех классах. А надо сказать, что у нас в начальной школе 2 раза в неделю проходит урок искусства, да, по-русски изобразительное искусство, по-эстонски это просто искусство, кунст. И получается, что 70 часов в году мы встречаемся, и я думаю, какие же там темы, где же там у меня красота мира, а получается, что у меня все сплошное у нас, красота мира, да, везде красота мира, красота Родины, красота природы, красота людей, внешняя и внутренняя, красота отношений, красота состояний, красота традиций, красота искусства, иконы, картины, скульптуры, красота книги.
Все красиво, красота слова, цвета, линии, звука. И изучая искусство вместе с детьми, наверное, опасно всегда исходить только из того, что видит глаз. Да? Я говорила уже о видении, о том, что сердце должно быть зрячим, но и все чувства должны тоже использоваться на уроке. Все, что можно трогать, надо трогать. Да? В общем, различные, да, нюхать, слушать много разного. И я очень рада, что в этом году мы начинали, как-то у нас так через весь год и идет такая тема, как «Дирижеры красок». Одноименная выставка проходит в Художественном музее Эстонии, где выставлены картины модернистов, эстонских модернистов. И детям это очень, очень близко тоже. Они пишут красками симфонии, они сочиняют какие-то истории, играют на музыкальных инструментах, они у нас почти все играют. И видно, что очень, очень близки эти темы детям. Да, вот, начнем, какие картинки у нас там дальше. Наверное, я обо всем таком важном сказала, и о форме, о формах работы, наверное, немного. Тематика должна быть разнообразной, и материалы, это я говорила. И учитель сам должен чувствовать, что красота пронизывает все проявления жизни, большим и малым. И надо научить детей видеть ее, раскрывать ее там, где она с первого взгляда незаметна. Нужно научить средствам передачи красоты, цвету, рисунку, форме. Сопоставлять надо научить формы и цвета, чувствовать гармоничные композиции, гармоничное сочетание цветов. Учить выражать энергию, движение. Воспитание тонкого аппарата творческого восприятия природы, жизни, искусства вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой другой сфере деятельности, распространяя ее на отношения с людьми и с окружающим миром. Искусство детей – драгоценное явление, которым мы можем наслаждаться и заботливо ценить. Как сказала наша дорогая Керсти, нет искусства взрослых, нет искусства детей. Искусство или есть, или его нет. Это ангелы сопровождают мое выступление. Девочки первого класса рисовали ангела-хранителя. И потом мы посмотрели эти работы, оказалось, что все ангелы-хранители – автопортреты. Все. Благодарю. Спасибо, Ольга, большое. Спасибо большое. Есть один вопрос из зала? А взрослых в такую школу не берут? Взрослые у нас порываются, Ирина Петровна все время порывается участвовать. Она говорит: Ольга, я приду помогать. А из опыта работы в музее в КУМУ я хочу сказать, что взрослые вовлекаются очень сильно. И очень, очень горько видеть, если у человека в жизни не было у самого возможности в детстве выразить свой творческий потенциал. Вот. Да, дорогая Любовь Николаевна, приходите в школу, мы вас примем с радостью. Я умею рисовать только домик и зайчика сзади. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.